Доброе утро, дорогие телезрители! Я тот самый Митя, который любит готовить. А готовить мы сегодня будем вкусный фаршированный картофель. В первую очередь мы примерно подобрали одинаковый по размеру картофель. Сейчас я его разрежу на две части. Также я срежу и вот это основание, чтобы картофель был устойчив в сотейнике, и подготовлю для фарширования. Мы вырезаем серединку, но, конечно, до самого низа мы не дорезаем, поэтому здесь нужно аккуратненько, маленьким ножом. Процесс этот, прямо говорю, кропотливый, потребует времени и нервов. Вот такой картофель у нас должен получиться. Так, берем говяжий фарш, берем куриный фарш, половинку репчатого лука я сейчас натру на мелкой терке. Как понять, что репчатого лука достаточно? Это когда ты начинаешь плакать. Вот, мне кажется, уже достаточно репчатого лука. Сюда же мелко-мелко я разрежу чесночок. Все это также отправляем в общую тарелку. Теперь все перемешиваем. Добавляем соль. Сразу я хочу посолить и картофель. И добавляем фарш черный молотый. Еще раз все хорошенечко вымешиваем. Ну и дальше фаршем начиняем картофель. Складываем сразу в кастрюльку. Можно использовать сотейник, можно использовать сковородку с большим бортиком. Ну, собственно, полдела сделали. Сейчас мы сюда добавим где-то наполовинку воды, подсолим еще раз все хорошенько и ставим на плитку с хорошей такой мощностью. Пока у нас картофель на плитке, кстати, в таком виде он должен дойти до полуготовности, мы с вами приготовим подливку, ну или зажарку, можно называть как угодно. Немного растительного масла. Пока масло разогревается, я подготовлю сейчас морковь и лук. Морковь я буду натирать, а лучок нарежу мелким кубиком. Мы немного припустили лук, припустили морковь. Сейчас добавляем сюда томатную пасту. Столовой ложки будет достаточно. Хорошенечко это вымешиваем. И также добавляем немного кипяченой воды. Так, ну вот наша подливка готова. И сейчас сюда я выложу картошку, которая у нас уже наполовинку также приготовилась. Вот таким образом. И бульон, который у нас остался от картофеля, мы тоже немножечко сюда добавляем. Накрываем крышкой и уже до готовности хорошенько тушим. Вот теперь точно все. Правдин приготовил. Приятно подкрепиться.